Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор банкнот, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. В данном видео мы с вами наконец-то рассмотрим 6 банкнот различных государств Юго-Восточной Азии. Данные банкноты пришли ко мне в одной из моих недавних посылок с мешка. И начнем мы данное видео с банкноты Малайзии достоинством в 1 рингит. Малайзия — это государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей: Западной Малайзии или Малайи, занимающей южную оконечность полуострова Малакка с прилегающими островами, и Восточной Малайзии или Сабаха и Саравака, занимающего северную часть острова Калимантан с прилегающими более мелкими островами. В моих обзорах, посвященных пополнению коллекции, мы много с вами говорили о монетах Малайзии. Банкноты Малайзии в моей коллекции появились впервые. Денежной единицей Малайзии является малайзийский рингит. Данная банкнота, собственно, достоинством в 1 рингит и есть. Выпущена данная банкнота в 2000 году, судя по подписи. На лицевой стороне, кроме цветка гибискуса, в правой части изображен портрет Абдул-Рахмана, первого верховного правителя, или Янгди Пертуан Агонга Малайзии. Я напомню, что Малайзия является выборной монархией, и монарх с таким вот труднопроизносимым названием выполняет в основном церемониальные и представительские функции главы государства. Правил данный монарх с 31 августа 1957 по 1 апреля 1960 года. Также хочу напомнить, что Малайзия до 31 августа 1957 года была колонией Великобритании. Ну а на стороне оборотной изображены гора Кинабалу, гора Мулу и традиционный малайзийский воздушный змей Ваобулан, о котором, кстати, мы с вами много раз говорили в видео, посвященных малайским монетам. Далее. Также банкнота Малайзии довольно схожая с предыдущей по дизайну. Также достоинством в 1 малайзийский рингит, также с изображением Абдул-Рахмана в правой части лицевой стороны. Ну а в центре лицевой стороны более явное изображение расположено цветка гибискуса китайского. Напомню, что в Малайзии он называется бунгарая и является национальным цветком данного государства. Данная банкнота полимерная, точнее, правильнее, наверное, все-таки будет сказать пластиковая, поскольку целлюлоза, как основной компонент бумаги, также является полимером. Ну а на оборотной стороне данной банкноты также изображены традиционные малайзийские воздушные змеи Ваобулан и люди их запускающие. Далее. Банкнота Камбоджи 2004 года выпуска достоинством в 500 риелей. Камбоджа — это государство в Юго-Восточной Азии. Официальное название данного государства — это Королевство Камбоджа. Денежной единицей Камбоджи является камбоджийский риэль. Ну, поскольку мы начали с оборотной стороны данной банкноты, хочу сказать, что на ней изображен так называемый мост Кизуна, расположенный в Кампонг-Тяме, это город в Камбодже, административный центр одноименной провинции. Ну а на лицевой стороне данной банкноты изображен храмовый комплекс Ангкор-Ват. Это комплекс в честь бога Вишну, построенный в первой половине 12 века на севере Камбоджи. Далее. Также банкнота Камбоджи достоинством
в 1000 риелей. Опять же, начали мы обзор со стороны оборотной, 2007 года выпуска данной банкнота. Изображен на оборотной стороне главный морской порт Камбоджи, расположенный в городе Сиануквиль. Ну а на лицевой стороне изображен храмовый комплекс, так называемый Байон, построенный в 12 веке. Далее. Банкнота Индонезии достоинством в 1000 рупий. Индонезия – это также государство в Юго-Восточной Азии, государство островное, занимающее четвертое место в мире по численности населения. Также вот легла она стороной оборотной, данная банкнота. Изображены на данной стороне так называемые каменные прыжки острова Ниас. Это некое ритуальное действие. О смысле его я не в курсе, поэтому просьба к знающим, пишите в комментариях, что это за прыжки такие. Ну а на лицевой стороне изображен типичный пейзаж побережья острова Тоба, расположенного на индонезийском острове Суматра. Данная банкнота отпечатана в 1998 году, о чем гласит вот эта вот надпись, а образца она 1992 года. Ну и, наконец, также индонезийская банкнота достоинством в 2000 рупий. Банкнота 2013 года выпуска. На лицевой стороне изображен портрет принца Антасари, национального героя Индонезии. На оборотной стороне данной банкноты изображен некий традиционный танец даяков. Это общее название аборигенов острова Калимантан. Вот такие вот банкноты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Сразу хочу проанонсировать также полученную мной недавно посылку с банкнотами Шри-Ланки. 6 банкнот разных годов и разных номиналов в данной посылке мне пришло. Надеюсь, что все-таки будет у меня свободное время, и мы в ближайшем будущем с вами данные банкноты рассмотрим. Также хочу сказать касаемо монет. Пришли оба проанонсированных мной пополнения. Также сегодня случился небольшой обмен, такой немного спонтанный, у меня монетами с одним из товарищей. И ждем еще одну посылку с пополнением. Тогда я уже их начну разбирать, я к ним еще не притрагивался. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственную коллекцию также, как видите, стараюсь пополнить по мере возможностей. Ну и до новых встреч!